Мне очень приятно видеть ваши добрые глаза. Я бы, наверное, вас всех сразу пригласила к нам на эту дискуссию. У вас такие добрые сердца. Мы привезли вам небольшой концерт. Ребята споют вам, сыграют. А сейчас разрешите мне преподнести благодарственное письмо. Благодарственное письмо администрации Мстерского детского дома благодарит Ю Фей, председатель совета директоров корпорации «Феникс» или «ХОФО», председатель благотворительного фонда «Надежда» за помощь детскому дому и за сердечное участие в судьбе детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Давайте поаплодируем, дамы и господа. Администрация Мстерского детского дома благодарит Хан Тин Мин, президента корпорации ФОХО, за помощь детскому дому и за сердечное участие в судьбе детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы обязательно передадим этот сертификат. Друзья, Ирина Леонидовна, мы обращаемся сейчас к вам. Давайте поаплодируем. Я очень прошу, буду и громко приветствовать людей, которые находятся на этой сцене. Господин Литмейн не случайно сказал о вкладе каждого из присутствующих в зале гостей. Прямо сейчас, уважаемый господин Фей, подпишет чек, благотворительный чек, 10% от стоимости каждого проданного билета на годовщину. Давайте поаплодируем правительству, дамы и господа. Вот этот чек. Громкий можно аплодисменты, друзья. Хо-хо, подари детям любовь. Этот чек мы торжественно вручаем. Значит, немножко расстроилась. Да,
конечно, чем больше добрых людей на земле, тем счастливее будут ваши дети. И у меня тоже так же, как и Зульфии, уже дрожит голос, потому что я хочу пригласить на нашу сцену руководителя МПАПА московского филиала М88 Николая Соловьева. И у него тоже есть что сказать заместителю директора детского дома и замечательным ребятам. Евгения Ильина, мы в прошлом году с вами познакомились, то, что вы делаете, тронуло наши сердца, какую работу вы проводите. И компания «Феникс» дала нам, собственно говоря, взрослым людям все. Она нам дала здоровье, она нам дала денег. И наше представительство под номером 88, по-китайски это звучит «МПАПА». «МПАПА», встаньте. Поэтому приезжайте к нам в гости, мы будем очень вас ждать.